25 февраля, Пролетарский районный суд города Твери. Здесь под председательством федерального судьи Марины Сайковой началось рассмотрение уголовного дела по существу в отношении организованной преступной группы, обвиняемой в организации незаконной миграции. На скамье подсудимых 9 человек. Как следует из обвинительного заключения, в период с 2016 по 2018 годы на территории Твери подсудимые обеспечили незаконное пребывание в Российской Федерации 356 иностранным гражданам. Мигрантов незаконно ставили на регистрационный учет, незаконно трудоустраивали, заключали фиктивные браки. В эти 2 года организованная группа осуществляла приискание принимающих сторон и получение от них согласия за денежное вознаграждение на фиктивную постановку на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан. Приискание работодателей и получение от них согласия на заключение фиктивных трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг с иностранными гражданами. Поиск лиц, желающих за денежное вознаграждение заключить фиктивные браки с иностранными гражданами. Обеспечение явки и сопровождение указанных лиц в уполномоченные государственные органы, занимающиеся вопросами миграции и регистрации браков. Приобретение и использование поддельных штампов и печатей. Подделку и сбыт заведомо ложных официальных документов. Масштаб незаконной деятельности впечатляет. 106 томов уголовного дела, 6 томов обвинительного заключения. Все подсудимые находятся на подписке о невыезде. Один из них на первом судебном заседании не смог отвечать на вопросы судьи без переводчика, хотя живет в Твери. Заметив видеокамеру, подсудимые прятали лица под капюшоны. Мы следим за ходом событий.